Здравствуйте, дорогие друзья! Мой сегодняшний сюжет посвящается Гейхире Свитиа и Бресс-Лантерн. Вот на этом участке у меня находятся два представителя этих сортов. Посмотрите, пожалуйста, внимательно, так как эти сорта очень и очень похожи между собой, но листья у них немного отличаются. Вот это Гейхира Свитиа. И это Брест Лантерн. Посмотрите, какие листья у Свитиа, а какие у Брест Лантерна. Метелки у них абсолютно одинаковые, цвет листьев абсолютно одинаковый, но форма листьев у них разная. Брест Лантерн вот такую разрезанную форму листьев имеет. Свитиа сейчас вот такая, но потом практически одинаковые у них листья становятся.